то и пришли, проверили. Показала им 4 вольера, в которых сидят мамы с щенками, которых подбросили вот за последние 3 дня. Все понятые прошли по всей территории. В понятые взяли самого злобного моего соседа, который ненавидит моих собак. Который сейчас придирается и заявляет, что пишите, пишите, там щенки сидят. Понимаете, насколько мелочно, насколько злобно. Вот он, товарищ этот. А то, что у него во дворе мастерская, ребята, мы сейчас будем заниматься этим. И он нарушает экологию. С этим мы тоже сейчас заниматься будем. И я вас прошу вашей поддержки. Вот для этих людей 12 щенят – это волкодавы. Интернет, откликнись, Россия, я обращаюсь к тебе. 12 щенят, потому что у меня подброшенных 12 щенят. Вот это и есть грязинская судебная служба. Друзья, за 3 дня подброшено 34 щенка. Мы, к счастью, успели пристроить 15 малышей. У нас разобрали передержки наши липецкие. Разобрали. К счастью, сейчас осталось только 12 малышей. Но их посчитали как за взрослых собак и написали, что решение суда не выполнено. Ребята, я сказала, чтобы ставили здесь участкового и дежурили. Чтобы больше коробок сюда не подбрасывали. Мне заявили, что они некомпетентны в этом. И что делать, ребята, я сейчас не знаю. В 16 часов я еду на беседу с начальником. А как зовут начальника? Клевинский Сергей Иванович. Как? Клевинский. Вот сегодня я буду общаться с ним, и мы будем решать этот вопрос. Я прошу вашей поддержки. Ребята, вся зоозащита, я прошу вашей поддержки. Вот, собак мы вывезли всех. Всех. Скажите, что происходит и почему судебные приставы ведут себя как... Я не знаю как. И что они хотят? Я сказала, чтобы не подбрасывали нам малышей, пожалуйста, ставьте дежурного у ворот и собирайте коробки, которые сюда ставят за ночь. Пожалуйста, ставьте, потому что, смотрите, ни одной взрослой собаки у меня нет. Нет. Друзья, беспредел в городе грязи продолжается. У нас нет животных. У нас нет животных. У нас все сломано. Мы всех вывезли. Всех. Все вот это сегодня видели приставы. Прошли со мной здесь полностью. Есть несколько подброшенных малышей. Вот 2. Тихо. Вот мама и еще 2. Мама и еще 2. 2 крошечных малыша. Так. Есть 4 щенка вот здесь. Те, которые у нас выздоравливают. Ребята, не 4. Здесь мы пересадили. Здесь 6 малышей выздоравливают. Есть стерилизованные кошки. Где еще одна? Вон, еще одна. Вот, есть 3 взрослых кошки. И есть крошечные котята. Все, вся вот эта живность моя называется неисполнение судебного решения. Всех этих малышей нам подбросили. Всех этих малышей нам подбросили. И что мне делать, скажите, пожалуйста, если я не успеваю пристраивать и вывозить, как их тут же бросают? Вот 2 новых малыша. Да. Вот 2 новых малыша. Все, ребята, вот это все, что у нас есть. И мне сегодня опять заявили, что это не исполнение решения суда. Собак мы вывезли всех. Это делается специально, друзья. Приют вывезен. Приют официально зарегистрирован в другой области. Приюта здесь нет. Но они продолжают писать, что приют вывезен частично. Я не знаю, что сказать.
Я, наверное, буду сейчас писать открытое письмо Путину. Вот с этими письмами, с этими видео буду прикладывать, ролики. И буду спрашивать, есть ли в нашей стране хоть немножечко справедливость, хоть капля. То, что сейчас творят грязинские приставы, это издевательство. Я не знаю, как это по-другому назвать. Просто не знаю. Я собираюсь подать встречный иск, потому что это уже ни в какие рамки не лезет. Собаки все вывезены, все. Но получается замкнутый круг. Под забор бросили коробку со щенками. Все, плати, Валя, штраф. Мы все сломали. Все открыто. Кроме вот этих больных малышей. Но их посчитали как волкодавов. Это собаки, это нарушение суда. Я предложила им, забирайте, пожалуйста, лечите сами, вывозите их с моего двора, я не против. Пожалуйста, забирайте малышей, вывозите их, лечите. Через неделю, когда вы их вылечите, я у вас их заберу и увезу в мой приют. Но, по крайней мере, они не будут находиться на территории моего дома. Пожалуйста. Они отказались. Но... Они опять написали, что судебное решение выполнено частично. Вот эти вот малышня, вот это у нас огромные волкодавы, которых немедленно надо куда-то деть. У нас что, вообще нет ни сердца, ни совести, ни мозгов, да? Ребята, мы что, настолько бесчеловечны? Что творят судебные приставы? Объясните. Это называется уже просто использование служебного положения, чтобы прижать, гнобить и добить.